Доброе утро, мои хорошие! Сейчас настало время познакомить вас с моим домом. Посмотрите, как выглядит он со стороны. Самый зеленый, поверьте мне. Сейчас время 7 часов 20 минут. Я просыпаюсь вместе с птичками. Друзья мои, я рано здесь ложусь, отключаюсь просто после 9 часов и просыпаюсь рано с солнышком. А сейчас я покажу наш дом, наш двор со стороны. Посмотрите, так выглядит он. Наш дом. Там игровая площадка для детей. Едет единственный автобус, наверное. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Пока все спят, я просыпаюсь вместе с птичками. Вот, начинаем. Вот такая вот у нас арка. Здесь будут розочки, потом распустятся. Арка из розочек. И начинаются много цветочек. Над этим работает моя свекровь. Я потом хочу тоже взять эти цветочки. Вот такие мне нравятся очень. Очень будет классно выглядеть на балконе. Кстати, хоть я здесь и в деревне, очень занимаюсь много уборкой. Постепенно все перемываю, перестирываю. Ну, маникюр у меня в порядке. Старый маникюр слез сразу. И вот я с маникюром. Так, вот, посмотрите, какой красивый тоже. Мне кажется, он будет на балконе тоже хорошо. Мне свекровь обещала все дать семена. Она не покупает цветы, она все выращивает сама из семян. Вот когда заходишь справа, вот здесь вот розочки будут потом. Разные-разные цветочки. Не знаю, как это называется, розочки. Какие красивые цветочки, колокольчики. Так, у нас много, значит, несколько деревьев фруктовых. И вот одно из них яблоня. Посмотрите, какие яблоки. Они такие сладкие. От тяжести веточки опускаются. Представляете, органикой, настоящая, без химии, яблочки. Каждое место она, где можно, посадила цветочки. Вот здесь вот дрова. Там дальше я вам покажу, что будет. Пойдем сначала посмотрим цветочки, наш сад. Я говорю шепотом, потому что не хочу разбудить всех. Гвоздики. У меня такую белую она дала. Гвоздичка есть. Название цветов я не знаю всех, потому что вот такие тоже у меня есть. Потому что она... Зять наш приехал с Дубая и привез ей некоторые. Вот, посмотрите, вот эти цветочки привез он семена из Дубая. Так вот выглядит наша гостиная. Здесь мы сидим вечером, лоцкаем семечки. Здесь нужно вот так вот, видите, кругом ковры, снимать тапочки. Это тапочки мои комнатные. Вот я, кстати, как приехала, поменяла здесь вот
Здесь была газета, мы с мужем, он мне помог, мы помыли и поменяли вот сверху, вот такую зелененькую уже положили. Такая добротная дверь, там сетка, мы закрываем на ночь ее, кругом ковры. И вот посмотрите, мои хорошие, какое изобилие цветов. Ой, здесь такой воздух, настоящий рай. Очень удобно здесь. Вот мы на этих подушках вечером сидим. Здесь телевизор вот от солнышка прячем. В нашем доме 3 телевизора. А сейчас, мои хорошие, я вам покажу огород. Здесь, значит, тоже цветочки. Какие красивые цветочки. Интересно, они будут на балконе, вырастут такие? Очень много цветочков. Так, вот это вот дерево. Здесь, по-моему, абрикосы, но уже закончились. И как раз я успела их попробовать. С йогуртом покушала. Здесь они посадили, по-моему, картошку опять посадили. Сняли урожай и картошку. Вот это абрикосовое дерево, уже все его закончилось. Здесь орех молодой. Так, друзья мои, вот посмотрите, так выглядит наш сад. Маленький садик, но зато он очень такой обильный. Столько помидора у нас в этом году. И вот фасоль вот там такая кучерявая, кажется. Вот здесь вот идет, смотрите. Вот это вот идет все одна картошка. Уже сняли они урожай. И вот это, наверное, позднее осталось. А вот это вот все помидоры. Кстати, я тоже люблю лазить по огороду. И я вчера, как это спелые, увижу помидорчики, собираю. Здесь я не знаю, какие маленькие деревца. Вот вы видите, все что-то посажено у моего свекра. Что-то все посажено. Вот это виноград. Вот это тоже какая-то трава. Семизоты, кажется. Здесь вдоль семизоты. Так, вот это вот дерево сливы. Тоже закончилась слива. Успела я покушать ее, попробовать. Вот это дуб. Огромное дерево дуб. Ну, смотрите, какой. Вы видите? Вот это все семизоты, трава. Вкусная такая, из нее делают и супы, и закуски разные холодные. Вот картошечка как выросла. А вот здесь посмотрите, сколько винограда. Скоро он поспеет. Так цветут кабачки, его маленькие, видите? Ой, колятся они. Вы видите кабачки? Это какая прелесть, друзья мои, кушать все природы, прям со своего огорода. Так все вкусно. Посмотрите, какие помидорчики. Скоро они поспеют. В общем, вдоль, вы видите, сколько помидорчиков. Хороший урожай в этом году. От тяжести прямо они опускаются. А запах-то какой. И вот посмотрите, вдоль столько винограда, вдоль забора. Скоро я его объемся виноградиком. Так, мои хорошие, вы видите, вот заметили эти черные шланги? Так здесь все устроено, обустроено. Они не занимаются каждый день поливом с ведра. Они подключают главный кран к системе. И эта система растительная все делает со себя. Здесь вот такой вот перчик.
Болгарский перчик. Здесь другой перчик. Не горький. Есть и горький. Вот это вот две, видите? Две вот эти дорожки. Я смотрю, два ряда. Перчики. Красотулечки. Ой, какая прелесть. Помидорчики вот уже спеют. Можно уже сорвать их, положить на подоконник. И они потом дойдут. Вот так наш выглядит домик. Вы видите, и там виноград. Все в зелени. Все в зелени. Красота какая. Забор ухоженный. Вы видите, какой сделанный. Капитальный. Здесь помидорчики. Вот видите, фасоль какая огромная. Так хорошо она выросла. Так, и вот пошли дальше. Кудрявая или кучерявая. Вот видите, какая огромная она. Разрослась. Свекровь каждый день снимает ее. Вот фасоль. Вот она. Фасоль. Каждый день снимает, собирает. И потом мы с ней на костре делаем обедом. И на зиму она в холодильник все замораживает. Здесь никто в банки не ставит. А это другая фасоль. Два ряда фасоли. Здесь перчик. Перчик вот такой идет, фасолька. Здесь опять помидорчики. Розовые помидорчики. Здесь, посмотрите, петрушечка. Хорошо, петрушечка выросла. А здесь огурчики. Посмотрите, какие огурчики. Натуральные, без химии. Я спросила, они поливают химией, они сказали нет. Вот такие вот огурчики. Ну не красота ли? Все в натуральное покушать. Вот, посмотрите, еще наш дворик. А сколько мух здесь? Ой, мух, как много, действительно. Ну, они поливают лекарством. Как в городе мы поливают у нас в Мерсине, так и это. Вот видите, все. Виноград какой. Какое-то дерево непонятное здесь. А это орех. Орех. Вот такая вот у нас еще беседка. Здесь вот мы делаем на этой мангал. Цветочки вот так растут. И кругом цветочки. Занавесочки закрыли, чтобы солнышко не попадало. Вот видите, все здесь очень много винограда. Здесь вот так вот у них, как говорится, склад. И все придумала. Видите, везде сток. Мой свекр, она всем поработала. Вот эти скамеечки я привела в порядок. Они были грязненькие. Но вот я как могла их почистила. Эти все перестирала, подушечки. А что делать? Невестка я приехала. Вот так вот я здесь люблю отдыхать. Здесь раньше у нее вот здесь были цветочки, вот висели вот здесь, подвешенные вот здесь. В этом году нету. Вот перец она так сушит, болгарский. А вот чесночок свой же у них. Видите, такой вот чесночок. Так, здесь вот костер, здесь она все готовит на костру. И посмотрите, виноград другой уже. Виноград. Другой сорт. Здесь петрушечка. И вот так вот опять наша веранда красивая. Так. Здесь это хворост. А вот вокруг у соседей вот такая вот, такой сад. Говорят, что соседи это не живут здесь, в этом доме.
только приезжают на за огородом посмотрят и опять уезжают. Так, ну что, пошли дальше. Мы, кстати, вчера набрызгали лекарством. Посмотрите, сколько мух умерло. Здесь вот этот шланг, отсюда воду подключают. Здесь запасной баллон для воды. Здесь опять цветочки. Вот такой виноград. А здесь вот гвоздики. Она сказала, что она мне все даст. И вот красивые какие цветочки разного цвета. Вчера она оттуда взяла и сюда посадила цветочки. Вот, посмотрите, какой добротный у нас забор, все. А здесь она сушит дуд. Дуд есть же? Вот. Она сушит его. В общем, такая хозяюшка. Видите, ставни какие. Потом, когда они уезжают, закрывают все вот этими ставнями железными. Они на зиму уезжают в Мерсин. В Мерсине у них двухэтажный дом. Так, а здесь, с этой стороны, у них, знаете, солнце мало попадает. И вот они что-то не цветут. Вот эти. Ну, посмотрим, может, в этом году розочки я увижу. Здесь в основном такой вот у них дрова собирают они. Вот соседское дерево. Задняя часть дома со стороны. А здесь очень много дров. Здесь у них такая, знаете, как хранилище старых вещей. Я сейчас покажу здесь, как все... Интересно. И туалет также. Вот. Вот я в зеркале. Здесь такая у них вот хранилище. Шкаф какой-то здесь стоит. Газовый баллон. Так, здесь тоже капитально вода не проходит. Вот. И вот такой вот здесь туалет. Не буду показывать вам близости, но... В общем, вот такой вот у нас домик и садик. То, что хотела, я вам показала. Вот мои хорошие. Такой зеленый у нас двор. Хотя вот посмотрите напротив. Не так уж много зелени у людей. Я вам потом все покажу, какие здесь улицы.